Приветствуем всех на канале ICO Startup. В данном видео мы обратим внимание на компанию Beluga Pay, которая подходит уже к завершению и осталось буквально сутки до конца токен сейла. С этой компанией мы будем разбирать с Артемом. Артем, привет! Всем привет! Давненько мы уже не записывали различных обзоров. Такое было у нас каникулы, криптоканикулы, и на фоне данного падающего рынка, в принципе, и как-то оно не интересно нет разбирать, делиться чем-то. То есть, вот как-то криптопессимизм. Крипто, да. Вот. Но сегодня, в принципе, решили обратить внимание на Белугу. Ранее мы записывали, в принципе, обзор. И это довольно-таки затяжная компания была. То есть ранее еще в прошлом году начинался токен сейл, то есть пресейл был. И на сейчас уже токен сейл длительный, который... Ну да, там в октябре начинался private сейл, дальше пошел pre-sale и ICO с 1 марта до 31 марта. Вот остался один день, два часа до окончания. Можем видеть, что компания достаточно много собрала, софт кап собрал уже достаточно давно. Вот. Телеграм достаточно большой, больше 12 тысяч подписчиков, Твиттер там активный. В общем, о чем компания, еще раз напомним, это Beluga Pay, у них свой мобильный терминал есть, компании из Мексики, собирают они средства, чтобы расшириться больше по миру, у них больше уже, как они пишут, 2000 клиентов. В чем у них заключается, в чем вообще заключается идея, то есть зачем этот мобильный терминал, кстати, у них есть лицензии Visa и MasterCard, можно найти на MasterCard официальном сайте их компанию. То есть грубо говоря, не то ICO, которое все заявляют, кричат, вот у нас будет, а на самом деле ICO проходят, и они не могут никак получить здесь, они еще на стадии токен сейла, но у них уже лицензии, получается, есть. Да, то есть Beluga Pay можно найти, можно почитать их Medium или Twitter, там можно найти ссылки на MasterCard, где они презентованы. То есть в чем этот терминал с лицензиями от Visa и MasterCard, сертификаты есть, все проверки сделаны. То есть, к примеру, стартапы из Латинской Америки, с Мексики, дальше они планируют расширяться и на другие страны, на Азию. К примеру, в Латинской Америке, когда вы идете просто даже в ресторан, вам говорят, рядом банкомат находится, сходите, снимите наличных денег, а наличных вы можете там снять $100, за это будет $15 комиссия, плюс еще какие-то проценты. И очень много разных ресторанов вот, начинают подключать Beluga Pay. Это простой мобильный терминал, который втыкается в планшет, и можно принимать криптовалюту, можно принимать Visa, MasterCard, наличные, плюс у них есть уже сама платформа, к примеру, если у вас там ресторан или несколько ресторанов, можно вести все это на их приложении, то есть весь склад, весь аудит, все это есть, и то есть ресторанный application уже готовый. Это первый момент. Второй момент, у них выпускается карта, вот можно пролистать вниз на сайте, они уже получили карту, вот золотая карта, 10 карт будет выпущено бесплатно тем топ 10 людям, которые на пресейле больше всего инвестировали в проект, и 10 людям, которые больше всего инвестировали в ICO. На данный момент максимально на ICO это 120 эфиров человек закинул, и минимальное, чтобы получить вам карту, надо закинуть больше 6,5 эфиров. Вот. Ну, там, конечно, надо будет KYC и так далее. То есть эти люди в первую очередь получат карту. Все непроданные токены будут сожжены, и можно считать, ну вот смотреть, что на данный момент там чуть меньше 11 миллионов токенов продано, то есть количество токенов будет не очень большое. Компания достаточно публичная, они были и на Bloomberg, и еще много где вот недавно они сделали
партнерство с Fintentix, это страховая компания в Азии, с Apis'ом. Apis тоже компания в Азии, они на еще собрали больше 10 миллионов долларов. На Твиттере вот они написали то, что они платиновые спонсоры Хакатона, недавно вот в Азии были, много достаточно видео, команда больше 35 человек. И вот, да, остается... Ну, смотри, извини, перебью, я вот, пока ты рассказывал, смотрел на YouTube-канале, и один из роликов, это как заправку подъезжает человек, и, собственно, уже рассчитывается с помощью карты, то есть, ну, то есть, ихнего этого, как оно, пас-терминала, да, который да. Такой мелкий, подключается к смартфону, и там уже, то есть, получается, сейчас она полностью рабочая. Да, рабочая, уже больше 2000 бизнесов работает. Компания с 2014 года начала. И вот эта бензоправка, это самая большая бензоправка. Они, как я понял, уже на 5 бензоправках в Латинской Америке, на Pemex, это Pemex, это больше 100 тысяч сотрудников, и выручка бизнеса больше 100 миллиардов долларов в год у этой компании. Самая большая бензоправочная компания в Латинской Америке. Вот, и то есть уже на 5 бензоправках идет тестовая версия, как это все работает. Хорошо, вот, спрошу другое. Вот какой интерес купить токены? То есть в чем заработок будет инвестора сейчас? Вот есть. Ну, токены в чем? Первое, это то, что будут как дивиденды, токен utility является. И можно, вот там есть калькулятор. То есть все, что компания зарабатывает, допустим, компания берет с клиента 2% за каждую транзакцию. И 0,5%, то есть 1,5% идет компании, 0,5% будет идти между всеми держателями токенов. Вначале это будет, насколько мне известно, распределяться каждый месяц, и потом будет каждый день, и потом они хотят сделать свой блокчейн, и вот эти все комиссии чуть ли не с каждой транзакции посылать. Ну, это вообще бомба. Ничего себе. Да, то есть вы будете как частично владельцем этого бизнеса. Вот. Ну, плюс карта. Можно, вот, все карты. Tenex, у меня есть карта. Мне пришла, я ждал месяца 4. Один раз что-то я купил, и через 2 или 3 недели они сказали, что, извините, ваша карта не работает, мы вам пошлем новую. И когда они пошлют новую, непонятно, то есть потому что Waves Crest заблокировала все карты, и ни у кого, насколько я знаю, рабочих криптокарт нету. Вот, и тут есть возможность получить карту. Потом, наверное, они будут как-то... либо надо будет минимальное количество токенов купить, либо еще как-то оформить карту. То есть можно и получить карту, с которой можно будет рассчитываться. То есть тоже интересный момент. Ну, собственно, вопрос уже такой. Или успеть еще сутки остались купить этих токенов. Вот. А подожди, покупка получается, вот я вижу смарт-контракт. Да, там смарт-контракт вот на главном сайте. На него, да, посылайте просто эфир, только эфиром можно сейчас, например, всего можно было и эфиром, биткоином. На смарт-контракт посылаете средства, и вам сразу же, вы должны послать только с кошелька ERC-20, то есть, к примеру, Miser Wallet, и сразу в течение нескольких минут вам сразу же придут обратно уже токены. И они разблокируются 1 апреля. И вот. Сейчас по курсу получается один на эфир 960 BBBI. Да, ну то есть около 40 центов выходит токен. Я понял. И количество небольшое получается, как ты говоришь. Ну вот вы видите, да, то, что количество меньше 11 миллионов токенов, то есть токены могут достаточно сильно вырасти в цене из-за того, что количество не очень большой, компания собрала SoftCap и работающая с 2014 года, плюс все лицензии, то есть и хотят там и блокчейн свой создать, ну, большие грандиозные планы.
Ну, посмотрим. Это загадывать можно многое, как оно будет реализуемо, только может показать время и, в принципе, покупать токены на сейчас, не покупать это будут принимать люди сами, то есть и, ну, то есть стандартное предупреждение всем. Помним о рисках, вот, или купить сейчас, или возможно уже на бирже, возможно Кстати, на бирже. можно у них зарегистрироваться на бета-версию и уже оттестить все аппликейшены, которые у них на данный момент есть. То есть все ресторанные эти приложения, на iOS приложения, на Android приложения, зарегистрироваться и попробовать, и, возможно, подключить к своему бизнесу. Есть аналитика и так далее. То есть много интересных вещей. Ну вот я открыл, бизнесов очень много, можно сюда подключить. То есть, ну, в любом случае, наш интерес более это ICO, участие в токен селе или не участие. Вот, посмотрим, посмотрим. Были рады поделиться с вами, друзья, данной информацией. Токен сейл уже заканчивается. Кому интересно, полезное данное видео, будем благодарны, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Поддержите это видео, поставив палец вверх. Ну и стандартно обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить последующие видео о других интересных ICO стартапах. Еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания, всем Всем пока. пока.